Чудо как-то интересно. Сочиним. Мы в мыслях сказку какую-нибудь. Наверное, если получится. Сейчас легкий ветерок продувает августовскую. День воздуха. Тут цабадак цабадачится. С помощью водички. Водичка. Символ жизни на земле. Без воды и никуда. Не жил, не был дух. Воздушный. Он летал вокруг. И не мог остановиться. Ему нравилось. Просторное существование. В безымянном измерении. Но хотелось чего-то неизведанного. Он изучал все последствия обстоятельств, которые творились вокруг и снаружи. И они его радовали. Но иногда приходила депрессия, которая стала в тупик его осознанное существование в окружении действительности. То есть происходили события, которые не укладывались в его воздушном пространстве. Они появлялись в других моментах истины, которая не соответствовала его миру восприятия. И он решил перевоплотиться. Он создал какое-то устройство, которое сочинило цепочку многих изменений в мире его сущности. Оно начало изобретать новые устройства. И так дальше, и так больше. Они внедрялись в глубину сознаний. Других философских направлений. О, три орла полетели на добычу после пожарища. Мышек ловят. Итак, мы про ветер. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь тучки где-то. А возможно, тучки эти гоняют ветер. Никто не знает, как это все происходит. Все хотят узнать, но это тайна, которая закрыта под 10 печатями, с 7 замочками. Итак, это устройство начало изобретать себе подобных устройств, себе подобных. Наплодило кучу устройств, маленьких и больших, которые уже забыли, что такое ветер. Тот, который придумал все. Ветер полетел дальше, он забыл об этом устройстве.
Но это устройство видело, как летает ветер. Оно тоже хотело стремиться к его невозможным возможностям, но были ограничены изобретениями. Было ограничено изобретением самого ветроподобного. И начало развиваться в других направлениях. А направления были разные. Красное, прекрасное, синее, пресинее. Устройство куда-то стремящееся, все катилось дальше и дальше, иногда взрываясь. И прокатываясь чуть дальше, чем создатель. Но в итоге были тормоза, которые не пускали ни туда, ни сюда. То есть все равно был предел совершенствованию. Нельзя прыгнуть выше железки. То есть есть какие-то прописанные истины, которые прятали всю систему в эти рамки дозволенного. То есть устройство, оно действовало только по подобию придуманного образа.